Как, например, команда Андрея Николаевича, которая воплотила в жизнь свою идею и создала проект, который в последующем с помощью нашей управляющей компании «Металл Инвест» могли получить грант. Конечно, благодаря административному ресурсу и сотрудникам музея удалось воплотить эту выставку в жизнь и сделать ее достоянием общественности и доступной для всех желающих нашего города. Было бы замечательно, и я желаю, чтобы эту выставку посетили не только представители молодежной среды, но и детских дошкольных учреждений, а также и люди более старшего поколения, поскольку здесь довольно интересно, и окунуться в эту среду было бы полезно каждому. Спасибо огромное всем за то, что это мероприятие сегодня состоялось. И самое главное, что вот цель сегодняшней выставки – это сохранение исторического и героического прошлого нашей Родины. Конечно, укрепление духа, национального духа и укрепление патриотизма. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Приводите своих друзей, родных и близких на эту выставку.